Здравствуйте! Итак, в завершении истории проигрывателем Universum F2026. Значит, я напомню, что этот проигрыватель производился по заказу немецкого торгового концерна Quelle. Все проигрыватели этого периода, и этот не исключение, делались по заказу в Японии. Точно производителя мне установить не удалось, но это не принципиально. В то время практически все ведущие японские фирмы производили OEM-оборудование для Европы. Ремонт завершен. Пришел пасик, Танарма установлен, проигрыватель собран, работает отлично. Два слова про его функции. Ну, как вы видите, это проигрыватель с потенциальным Танармом. У него две скорости, вот здесь кнопочка выбора 33-45, автоматический размер. Диск устанавливается либо 30, либо 17 сантиметров. Здесь есть кварцевая стабилизация вращения. И если вы хотите, ее можно отключить. Вот здесь ролик подстройки и тут тробоскоп. Откровенно говоря, я не очень понимаю смысла установки кварцевой стабилизации. Еще к этому плюс ручной установки скорости и стробоскопа. Ну, наверное, в те времена такие были маркетинговые правила. Вот эти две кнопочки перемещения Танарма вперед-назад, как обычно, это Танарм лифт. Вот, кнопочка повтора, включение-отключение повтора проигрывания в непрерывном цикле. Ну и последняя кнопочка старт-стоп. С помощью нее можно включить или выключить проигрыватель. В общем-то, больше рассказывать про него особо нечего. Работает он сейчас очень хорошо. Новый пасик, все почищено, электроника настроена. Будет отправляться к хозяину. Спасибо вам большое.